Λοιπόν, στο Vega Test δουλεύουμε μόνο με σημεία τα οποία δεν σε φυσιολογικό φάσμα. Με φυσιολογικά σημεία. Δουλεύουμε μόνο με σημεία τα οποία πιάνουν το φυσιολογικό φάσμα. Μπαίνουν στο φυσιολογικό. Πιάνουν. Ή μπαίνουν μέσα στο φυσιολογικό φάσμα. Να ходим точку в норме. Итак. Βρίσκουμε ένα φυσιολογικό σημείο. На ходим точку. Прашу, дивлю. На ходим точку в норме. Βρίσκουμε σημείο φυσιολογικό. Ама дидете да дадете друг фон, е? Да. Находим точку в норме. Вот я нашла точку в норме. Но это не физиологическая модель. Это нужно открыть. Все, все, тут закрыто, все нормально. Все, тут ничего, ничего страшного, все, все замечательно. Все. Нашла точку в норме. Вот точка в норме. А вот и в реке семью физиологиком. 56 единиц. Окей. Пенидекси. Проверяем ее, как правило, несколько раз, чтобы убедиться, что она действительно входит в коридор нормы. Как правило, проверяют ее несколько раз. То есть вот она, каждый раз подтверждаешь. Την ελέγχει μερικές φορές για να σιγουρευτεί ότι είναι σταθερά φυσιολογικό σημείο. Не надо ее фиксировать, в вега-тесте ничего не нажимают. Στο вега-тест δεν χρειάζεται τίποτα, δεν χρειάζεται να σταθεροποιούμε τα σημεία. И теперь мы на эту же точку мы давим с давлением 100-200 грамм. Σε αυτό το σημείο πιέζουμε με την δύναμη 100-200 граммария. Итак, это будет давление, то есть мы давили, больно же было, да? Вот. А сейчас мы еле-еле прижимаем. То есть чтобы показатель не превышал 30 единиц. Вот там, 30 единиц. Опять подам поли лего, осте о диктис не ми вернай. Вот так сделаю. А там не будет, да? Да, там не лего, осте о диктис не ми вернай 30 монадес. 30 монадес. Энати, едно ини 60 монадес. То есть вот он был показатель 56. Едно идали 50 эксперимент, так это надо, скидка. Так, 59. Теперь мы давим еле-еле давим на эту же точку. Пара подаме лего-лего в следующую семью. Не больше 30 единиц. Ой, пана по 30 монадзи. И подаме мы пара полия пала. Ну, перепроверяем, чтобы точно было. Все, отлично. Это таким образом мы выбираем давление. То есть давление на эту точку. Και έτσι, вот такое давление. Έτσι επιλέγουμε ουσιαστικά την πίεση που θα κάνουμε σε αυτό το σημείο. Теперь для перехода в работу Вега-тест кликаем Вега-тест. Και τώρα για να κάνουμε το Вега-тест, επιλέγουμε το Вега-тест. И нажимаем новое значение. Вот это. О, new value. Да. Новое значение. Новое значение. Все, новое значение. То new value. И еще раз меряем тем же давлением, которое мы с вами пробовали. Не, пано, не дето влепим. Кратко ли ли? Не, смикре, лего на влепим тис едолес по кануме. Не хрязда да дьяважим оле, тора да се стале. Пътисаме то вега, кои е? Пано, то пътисаме. Не, то пътисе то вега. Апки на пи, то патаме, по то пътисаме. Або ти стигми по врике сто симио, кои ине физиологико. Μέτρησες την χαμηλή την ένταση, ας πούμε, της πίεσης, πας στο Vega Test και πατάς στο New Value. И теперь приступаем к моменту диагностики. Και τώρα ξεκινάει η διάγνωση. Και την πίεση χαμηλή την κάνουμε, δεν κατάλαβα. Θα το καταλάβουμε μετά. Πώς μετά, από τώρα, βήματα-βήματα το καταλάβουμε. Βήμα-βήματα σου τα λέει, να καταλάβεις την διαδικασία για να μπορεί να σου την εξηγήσει μετά, έτσι πάει. Έλα. Το έχει διδάσκει τόσες φορές η γυναίκα, ξέρει γιατί τα λέει. Итак, Vega Test построен на том, чтобы выстраивать цепочки, цепочки болезни, причинно-следственные связи. Λοιπόν, το Vega Test φτιάχτηκε ώστε να μας δίνει τις αλυσίδες
της παθολογίας. Δηλαδή να μας δίνει την αιτιολογία από την αρχή μέχρι τη σημερινή μέρα. Как правило, мы задаем 4 вопроса. Когда канона, как мы тестили эротизм? Первый вопрос, что? Против эротизма, ты. Второй вопрос, где? По. Кто? Или пёс, что? Или пёс что? И ты. Так? Ты. Ты. По. По. Пьёшь? И последний вопрос, чем? За что? За что? Да. Для получается, первый вопрос, что? Это что? Это, как правило, общие какие-то отягощения. Геопатогенные, радиационные, фотонные, доэнергия. Там. И генекес эпиваризис, опус легам, геопатологики. Магнетики, да, эндокринные, эндокринные, бактериальные, бактериальное отягощение, ну и так далее, и так далее. Какие же ваши первые? Генетические эпиваризисы είναι απάντηση σε ερώτηση τι. Второй вопрос где мы задаем? А вторая ερώτηση είναι πού. И переключаем. Как правило, это включаем уже органопрепараты и начинаем искать место, локализацию. То есть, например, если геопатогенная нагрузка, значит, она могла нервную систему головы, там сердечные ганглии поразить, да, там, например, там сосуды нижних конечностей. То есть мы выискиваем место, где сделала гадость эта геопатогенная нагрузка. Либо, парадигма Шхари, эфу мы фри, ападисти, проти ротиси, по ине... Η απάντηση είναι στην πρώτη ερώτηση γεωπαθολογική επιβάρυνση. Η δεύτερη ερώτηση, είπαμε, είναι πού, οπότε ψάχνουμε πού, σε ποιο σύστημα θα μπορούσε να αφήσει αποτύπωμα αυτή η επιβάρυνση. Κοιτάμε το νευρικό σύστημα, το κεφάλι, την καρδιά, τα κάτω άκρα, όπου θα μπορούσαμε να βρούμε που έχει αφήσει αποτύπωμα αυτή η γενική επιβάρυνση. Αυτές τις ερωτήσεις κάνουμε στον εαυτό μας. Κάτι θα μας τα πει, θα μας τα πει. Ας προχωρήσουμε να δούμε. Следующий вопрос. Кто или что? Επόμενη ερώτηση είναι τι. Ποιος. Ποιος, ναι. Если это у нас было бактериальное отягощение, да, например, мы первое включили бактериальное отягощение, поразило, например, миндалины глоточного кольца, следующий вопрос, на который мы отвечаем, кто? Бактерия стафилококк, бактерия стрептококк, бактерия клебсиенула, марганелла, там, нейсерия, ну и так далее, так далее, так далее. Если это была геопатогенная нагрузка, значит, она вызвала заболевание. То есть это не кто, а что. Она вызвала заболевание почек, например, какой-то пиелонефрит, да? Не бактериальный. Или там заболевание там седалищного нерва. Okay. Понимаешь? Okay. Либон, лей, епомене ερώτηση που είπαμε ποιος, αλλά μπορεί να είναι και τι, με άλλη έννοια. Λοιπόν, λέει ότι είναι ουσιαστικά η απάντηση σε αυτή την ερώτηση τι είναι. Αν είχαμε γεωπαθολογική επιβάρυνση και, και βρήκαμε ότι αυτή η γεωπαθολογική επιβάρυνση άφησε αποτύπωμα η δυσκολία σε όργανο, ας πούμε, στα νεφρά, η απάντηση στην τρίτη ερώτηση θα είναι ουσιαστικά η παθολογία την οποία προκάλεσε. Έτσι. Δηλαδή θα είναι πιελονεφρίτιδα, ας πούμε. Ή θα είναι μπλοκάρισμα του ισχύου. Ή θα είναι δυσκυλιότητα. Έτσι. Εάν είχαμε όμως βακτηριακή επιβάρυνση ως γενική επιβάρυνση, και ως απάντηση στην πρώτη ερώτηση, τότε η τρίτη ερώτηση που θα πει ποιος, θα είναι το βακτήριο το οποίο είναι κυρίαρχο στην αλυσίδα της παθολογίας. Η последний вопрос, который мы отвечаем, чем, это чем будем лечить. Και η τελευταία ερώτηση είναι πώς, και σε αυτή την ερώτηση ουσιαστικά η απάντηση...
Για Tinder. Τσε, συγγνώμη. Η τελευταία ερώτηση είναι πώς. Πώς. Πώς, όχι γιατί. Вы можете... Επικοντικό μου λάθος. Λοιπόν, και η απάντηση στην τελευταία ερώτηση ουσιαστικά είναι πώς θα θεραπεύσουμε τον άνθρωπο. Вы можете эти вопросы поставить в любом удобном для вас порядке. Но Шимель вопросы сформировал так. Λοιπόν, εσείς μπορείτε να τα βάλετε σε οποιαδήποτε σειρά θέλετε τις ερωτήσεις, αλλά ο Шимель, ο οποίος δημιούργησε τη μέθοδο, τις είχε βάλει με αυτήν τη σειρά. То есть он именно настаивал на цепочках, то есть на причинно-следственной связи. Причина, вернее, геопатогенная нагрузка, которая вызвала изменения в там в синусовом узле, который сделал заболевание миокардиодистрофия, да, и лечим это препаратом таким. Λοιπόν, ο Шимель επέμενε στην αλυσίδα της παθολογίας, στην αιτιολογική αλυσίδα. Шимель. Да, Шимель 56-го года действует методика. 56-го года. 56. Το 56 έφτιαξε αυτή τη μέθοδο. Он либо называется тест Шимеля, либо тест Вега тест. Как вам угодно. Αυτό το тест ονομάζεται είτε тест Шимель, είτε Вега тест. Λοιπόν, και αυτό θα είχε τοποθετήσει σε αυτή τη σειρά τις ερωτήσεις. Okay. То есть эти вопросы, чем отличаются от фоля? Тем, что мы можем работать на одной точке, сколько нам хочется, пока она не устала. То есть в фоле каждая точка отвечает за определенный орган, часть органа и так далее. То есть здесь мы можем на одной точке посмотреть все отсюда до туда, выстроить все цепочки. Λοιπόν, λέει ότι η διαφορά ανάμεσα στο Vega Test και στο VOL είναι ότι στο VOL το κάθε σημείο απαντά σε ένα όργανο και ένα οργανικό σύστημα ή ένα μέρος του οργάνου, ενώ στο Vega Test ουσιαστικά δουλεύεις με ένα σημείο και μπορείς να πάρεις απαντήσεις για όλα. Весь частотный спектр наших возбудителей написан на коже. То есть мы поэтому по кожному сопротивлению, то есть нам не обязательно быть глубоко в точке, нам нужно быть на поверхности точки, и нам достаточно этого, чтобы мы прочитали заболевания, возбудители и так далее. Λοιπόν, λέει ότι το φάσμα των παθογόνων μας ουσιαστικά αντανακλάσει στην επιφάνεια του δέρματός μας και δεν είναι απαραίτητο να είμαστε βαθιά στο σημείο το οποίο σχετίζεται με το όργανο και επιφανειακά στο δέρμα μπορούμε να πάρουμε πολλές απαντήσεις για παθολογίες και τα παθογόνα. То есть самый лучший оптимальный вариант это построение цепочек. Но если мы строим цепочки, есть определенная работа, ответ. Сейчас я это расскажу. Сейчас я вас буду запутывать. Όταν δουλεύουμε την αλυσίδα, υπάρχει συγκεκριμένη σειρά, ας πούμε. Итак, мы начинаем с вами работать по Вега-тесту. Αρχίζουμε και δουλεύουμε με Вега-тест. Итак, мы сейчас это уберем. И препараты Вега-тест открываем. И первое, что мы делаем, это общие указания на проблемы. Как мы и говорили. Λοιπόν, ανοίγουμε τα σκευάσματα Вега-тест και ανοίγουμε τις γενικές ενδείξεις, έτσι. Включаем геопатогенную нагрузку. Помните о том, что тоже водичка, естественно, используется. Давление у нас не такое сильное, очень маленькое давление. И мы пульсирующими движениями, не отрывая щупа. То есть это выглядит вот так вот. Это выглядит вот так. То есть вот таким вот образом мы с вами решаем вопрос. Так. Либо просто вам. Давай. Либо. Οποιοδήποτε φυσιολογικό σημείο. Βρίσκεις ένα φυσιολογικό σημείο. Οποιοδήποτε φυσιολογικό σημείο. Λοιπόν, λέει ότι έχουμε επιλέξει την γεωπαθολογική επιβάρυνση. Έχουμε επιλέξει προηγουμένως το σημείο που επιλέξαμε, το φυσιολογικό, και κάνουμε μία πίεση με ταλάντωση. Эти должны, мы должны... Давай, я тебе просто сделаю, чтобы ты понимала. Это выглядит вот
этой... Ну, например, мы с тобой нашли, что это нет. Производимо. Это чудо, а вот я что он от чего он хочет, и вот он не то, что посмотрели, то давай еще. Давай так, возьми в ту руку. Шемио на вредничу, в шумейкото време е мешал голод. Не, не, шемио, защото ти си мешал голод. Мешал голод. Не. И ме та пига. С тобой таким вот образом не хочет, никак он тебя... А, то потай, ты на него клинит. Поняла? Ну, не хочет мерить, ну, сейчас захочет. Видишь, ты свой вот таким вот образом работаем. Я включила геопатогенную нагрузку. Видишь, я включила геопатоген. Okay. То есть ты поняла, что это не больно, и это вот такие пульсирующие такие движения. Опоте, бесили, ине. Диадохики, диадохики, эти опус кани. Ке ден ине, ден прокали пон. Ине ориака, ген халер. Антиста ме ту фол. Не. Не, лем. Лепсти. Не хочет и все. Συγγνώμη, Александра, το φυσιολογικό σου τιμή το είδαμε μέσω του φόλ, το είδαμε, το αυτό που επιλέξαμε στην αρχή. Ναι, ήμασταν στο φόλ και είδαμε το φυσιολογικό σου τιμή. Α, έτσι να το δούμε. Ναι, και μετά μπήκαμε στο ρέντα. Μετά μπήκαμε στο ρέντα. Έτσι μπήκαμε. Ναι, ποιο πρόβλημα. Ναι, 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 это проблема, сейчас все нормально, все сейчас сделаем. А у Яниса вообще из-за линии. Вообще? Лемфико. Ну, видишь. Угу. Видишь, да? А? Из-за линии. Что это? Ничего, это сейчас. Не хорошо, ну, хорошо. Ну подожди, все хорошо. Это просто точка, не та точка. Я же не смотрела точку. Нормальная она, ненормальная. Лейда не хикитация, что мы эту семью, они не газе физиологии. Да. Я просто хочу вам показать, что какое давление? Цели, а плана за дикси после не на ипио и распиетис, не на то нёсу да цели. Я просто покажу тебе, какое давление, неважно какая там точка будет. Дэн биразу посвяли до семью, и не сематико на нёсу да ты на... А то ему катаемся. Вот такое вот давление. Okay. Понятно? Давай, Аня, еще тебе. То есть это еле-еле-еле давление такое. Все супер. Вот такой. И мы выстраиваем вот такие вот пульсирующие движения. Да, да, да. Waves, это waves. Ну, кима. Да. Что давляете? Ну, мы же не знаем точка патологическая, не патологическая у Димитроса. Мы же не знаем, правильно? Поэтому так. Типа Димитр? Ой, Елена. Δεν ξέρουμε αν δεν έχει ελέγξει τα σημεία σας. Απλά σας έφερε εδώ για να νιώσετε την πίεση. Δεν έχει ελέγξει αν είναι μέσα σε φυσιολογικά όρια. Μήπως ξεχάσουμε αυτά που μάθουμε για το βόλο. Όχι, δεν έχω. Τα το πρόβλημα που έγινε το βόλο κάτω στο βέγγα και πάμε στο βέγγα. Στο ρίσκ. Ρίσκ не ищет, потому что у тебя, значит, такие точки нет. Вот, видишь, вот она, эта точка, вот эта точка была, будет воспроизводиться. Сначала находим точку в ноге. Ми милате, а не да го разбирате. Да, да, да.